Евгений Михайлович, это вообще такое, знаете, вот интеллигентное что-то такое, вот прям рафинированное такое, все аккуратненько, но и при всем при этом, конечно, фундамент был, это, конечно, хорошего практика. Ну, плюс психолога такого бытового, там, очень тонкого педагога, то есть, вот, если вы вспомните, спросите учеников, которые уже в преклонном возрасте еще живы сегодня, да, они скажут, ну, у Евгения Михайловича была такая кличка, как бухгалтер, то есть он приходил с тетрадочкой, садился в крылышко советов там на скифовский свою трибуну и сидел, записывал, что там демонстрируют его ученики. Ну, они приходили, вот Евгений Михайлович, вот, выиграли, ну, молодец. Ну вот проиграли. Ну хорошо, будем работать. Все. То есть зафиксировали, скорректировали учебный процесс, пошли дальше.